правительство выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. В Кабинете министров Российской Федерации также спрогнозировали, сколько будет продано данного продукта и подсолнечного масла 7 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение по субсидиям производителям сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба правительства. На них выделено 9 миллиардов рублей. Субсидии позволят зафиксировать стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. 1 литра масла на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Планируется, что по фиксированным ценам будет продано минимум 600 тысяч литров масла и 600 тысяч тонн сахара. Компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 килограмм сахара. Вот такие новости. И тут еще есть подстатья такая. СМИ: Минсельхоз начал регулировать поставки сахара. Отмечается, что у каждого завода будет квота и свой регион, в который он станет поставлять продукцию. Вот так. Так что... И также еще тут есть подстатья. В Кремле прокомментировали продление мер по сдерживанию цен на масло и сахар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я дам ссылки и будете знать, в курсе событий, что творится в мире и в нашей стране. Ну, на этом все.